навигатор у него, в компас. Все на месте. Никто не ворует. Так 80 узлов. Это не 80 километров в час, наверное. Off on. Нейтральная скорость. Вперед, назад. На три места, короче. Мотор присутствует. Меркурий 30. А. Буйки. Вот такая яхта. Но я по виду, как я думаю, она уже давно не двигалась с этого места. Потому что он паутина. Друзья, смотрите новые видео на моем канале Франция Студия. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Будем очень рады новым подписчикам, новым друзьям. До новых видео. Удачи всем!